Друзья мои, всем привет! Итак, в сегодняшнем видео покажу вам автомобили, которые покупают, которые забирают, которые я осматриваю. Ну и, конечно же, расскажу, сколько они стоят. Почему я назвал так это видео «Битые автомобили»? Ну, в принципе, потому что оно так и есть. Сейчас покажу, в общем, что происходит с данным автомобилем. Но я вам хочу напомнить, то, что мы автомобили покупаем на аукционах Японии для вас. Повторяю еще раз, запрета никого нет, все отлично, все круто, машины покупаются. Автомобили проверяем здесь, в городе Владивосток, вообще, в принципе, во всем Приморском крае. То есть есть штучная проверка автомобиля. Находите автомобиль на сайте drom.ru, сбрасывайте мне ссылочку, я для вас его проверяю. Можете заказать поиск автомобиля под ключ. Допустим, хотите себе вот такого степа, денег у вас 2 миллиона. Рассказал уже, сколько он стоит. Я пересмотрел все степы за 2 миллиона, выберу самый лучший. Но такого степа, такого, в такой комплектации, с таким пробегом за 2 миллиона не найти. Здесь повезло. Здесь, ну, в общем, сейчас расскажу, в каком состоянии был автомобиль. Также, друзья мои, вы можете приехать в город Владивосток. Мы с вами встречаемся на авторынке «Зеленый угол» и выбираем вам автомобиль в течение дня. Встречаемся в 10 утра до 5 вечера. Я нахожусь с вами. Итак, давайте начнем. Все мои контакты указаны под этим видео и в описании канала. Это Honda Step, автомобиль 2019 года выпуска, документы есть, деньги за автомобиль перевели, сейчас погоню его в пригород, компания Grand Service. Кстати, да, что касается, ребят, транспортных компаний, то есть, ну, начинают задавать вопросы, если меня просят отогнать в транспортную компанию и ЖД, да, я рекомендую Grand Service. Единственное, сейчас неудобно, короче говоря, они переехали в пригород, ехать далеко, именно если по ЖД гонишь. Если морем, да, то опять же Grand Service, и они находятся во Владивостоке, здесь у нас на Гершельде. Если мы отправляем автомобиль автовозом, я отправляю компании TechSnap. Но всегда, ребят, выбор за вами. То есть хотите там не Grand Service, а там Трал Сервис, будет Трал Сервис. Хотите, не хотите TechSnap, там хотите, я не знаю, HiSnap, будет вам HiSnap. То есть куда вы говорите, куда вы скажете машину поставить, туда я вам автомобиль и поставлю. Итак, кожаный руль, фиолетовая строчка, полный идет руль. Две электродвери, пробег 10 тысяч, бензина нет, нужно заправляться будет. Есть подогревы, это, ну, максимальная комплектация. Варик 1,5 литра, двухзонный климат-контроль, огроменная магнитола. Вот при осмотре автомобиля, по-моему, если мне не изменяет память, не работала камера заднего вида. Вот, продавец разобрался. Она стояла, она просто не функционировала. Продавец разобрался, значит, все сделал. Вот это писк идет регистратора, там нет флешки. Тут есть такая кнопочка, кнопку нажимаем, он пищать перестает. Вот, подсветка, здоровые солнцезащитные козырьки. Значит, что здесь было? Подушки здесь стреляли. Вот, но подушки здесь восстановлены. Сиденье такая, вот, знаете, перфорированная вставка какая-то идет. Идет кожа. Давайте переместимся на второй ряд сидений. Что у нас здесь еще есть? Ну, это Step. Всеми любимый, известный автомобиль. Естественно, есть регулировка сидений, регулировка руля, две электродвери. Дверные карты идут с такой тканевой вставкой. Здесь идет два капитанских кресла. Так, столик складываю. Я, наверное, где-нибудь в видео прикреплю стоимость такого автомобиля, если заказывать его бальным, целым. Печка вторая, подсветка, еще подсветка, еще подсветка. Значит, два капитана, они у нас, смотрите, эти самые у нас активные, да, то есть, а нет, активные, они просто у нас новые, не расхоженные. 10 тысяч пробег. Сиденье у нас двигается вперед, назад, спинка регулируется, лежит литье. Ну, я так понял, договорились с продавцом, продавец приобрел клевое литье, хорошая летняя резина. 2 миллиона стоимость автомобиля вместе с литьем. В салоне, знаете, в салоне аж пахнет новым автомобилем. То, что это какой-то... Дверка ломается. Серьезно битый автомобиль, я такого сказать не могу. Соотношение цена-качество.
Заднее сиденье тут вообще в пленке. Салончик не зашарпанный. Все вообще круто. Сзади аэрбэги есть у нас. Ну, дверь у нас ломается, да, помните? И поднимается наверх. Спойлер. Штатное хондовское литье. Значит, что было у нас с автомобилем? Был поджат он по мордочке, по-моему. Ребят, машину смотрел около недели назад, может, чуть меньше. Вот в подробностях уже не помню. По-моему, была замена фары, возможно, бампер. Возможно, бампер. С капот откроем. И все. Но Honda — это такая штука. Грубо говоря, по бамперу пни, подушки взорвутся. То есть лонжероны, швы, герметики. Все идет целое. Да, была замена фары. И здесь даже капот не снимался. То есть с правой стороны болты на капоте подсорваны. Эти дальние, с левой стороны нет. Даже крыло целое. То есть фактически поменяли фару, да? Где-то там до датчика что-то дошло. Подушки стрельнули. Из крашеных элементов капот. И то не весь. Вот косяк остался от удара. Ну, чтобы понимали, да, то есть, как бы... Короче, напишите комментарии, что вы считаете, битье это или нет. Так, ну мы садимся, двигаемся. Сейчас пишем договор на себя. Едем в гранд-сервис. По степу, по езде, вообще по управляемости, что хотелось бы отметить. Широченное просто лобовое стекло. Вот эти вот треугольнички тоже здоровые. Большие, широкие боковые стекла, зеркала. Вообще, в принципе, удобная посадка в автомобиль. То есть едешь, дорогу видно великолепно, сидеть удобно. Несмотря на то, что машина большая, чувствуешь машину круто, прям клево. Ну и управляемость тоже идет великолепно. То есть руль такой чувствительный, подвеска взбитая. Ну понятно, что пробег 10 тысяч на автомобиле. Вот, ну и полторашка турбо. Ему за глаза. Надо понимать, да, то, что это не гоночный автомобиль. Вот, но тем не менее, в принципе, едет он довольно неплохо. Значит, также забрал сегодня Honda Stream. Такой вот, знаете, интересный цвет у него. Серый, с каким-то вот коричневым оттенком. 4,5 балла, новая резина. Не бит, не крашен. Есть косяк на пороге. Вот этот вот момент. Все остальное целое. Хромированные ручки, ветровички, сзади метла. Спойлера ему не хватает. Стрим — это такой минивэнчик. Здесь три ряда сидений. Ну, после Японии нужна уборка. Что-то японец тут выводил то ли камеру, то ли... А, ну, скорее всего, да, камера стояла. Вот в таком вот оно состоянии здесь все. Значит, стоимость автомобиля... Ну вот сейчас при мне перевели 1 030 000 рублей. Там был, по-моему, какой-то задаток. Друзья мои, по стоимости вы решаете все сами с продавцом. Прикольный такой салон. Вот мне отделка здесь нравится в салоне в этом. Вы знаете, пробег на автомобиле 25 тысяч. По машине видно, чувствуется при езде. Но оно новое здесь все. Во-первых, в салоне пахнет. Вот прям, блин, новым автомобилем пахнет. Что здесь? Руль обычный, управление магнитолой. Bluetooth, климат. Телефон у меня подзавис. Батарейка садится, пока вышел с режима энергосбережения. Вот, камера заднего вида. Понятное дело, она есть. Ну, крутой автомобиль. Крутой за эти деньги. Стрима с таким пробегом я еще не встречал. Есть подогрев дворников. Подогрев зоны лобового стекла, да? Ключик один. Подстаканники. Чек какой-то лежит. Ну и опять возвращаемся к теме транспортной компании. Да, вот
Друзья мои, если я вожу автомобиль, я вожу в Техснаб. Офис, автовозы, договор, опись, все есть. Если вы находите сами транспортную компанию, в общем, ставлю автомобиль туда, куда вы скажете. Ну и посмотрите подкапотное пространство. То сейчас я его загоню вот туда, за ворота, составим договор. Договор этот я отправляю. И вы уже дальше находитесь на связи с транспортной компанией. Клево, три на самом деле. Что вам тут еще показать? Показать больше, наверное, нечего, так особо. Все вы знаете эти автомобили. Показываю, в каком состоянии покупаете. Ну что, на сегодня будем заканчивать. Ребят, всем огромное спасибо, кто смотрит видео, кто ставит пальцы вверх, кто подписывается на канал, кто рекомендует меня. Мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Всем хорошего настроения. Всем пока. Ну, я пошел сдавать автомобиль в транспортную.